первых 30 секундах вы увидели то, что я делал за кадром. Решил, чтобы вы не упускали момент, не вырезать то, что я делал за кадром, а просто в самом начале вставить. Видели, как потихонечку город разрастался, я там еще и ваши комментарии читал, очень вы помогаете, спасибо вам. Смотрите, что я сейчас хочу сделать. Да, я фанатически, конечно, вот эти вот нулевые тиры истребляю и жду, пока у меня нормальный тир появится, именно производство. Я дождусь, ничего страшного. Прежде чем я еще подожду, я хочу на данный момент, сейчас мы начнем исследование сначала с медной руды, чтобы можно было выплавлять именно медные слитки, потом перейду в эту точку, поставлю здесь исследовательскую, чтобы можно было исследовать именно со слитка, у которой у нас железные, я не помню там, что у нас получается, дизельные двигатели. И потом балочки, если я не ошибаюсь, да, вот тут я балочки делаю, поставлю тоже исследовательскую, чтобы город, ты не офигел ли? Растешь, надо было его сразу ограничить, то придется теперь на него... Ого, по 2 миллиона, да сейчас, разогнались. Давайте, убирайте свои дороги, они мне тут не нужны. Так, смотрите, поехали, значит, здесь, исследуем, ждем, потом вот здесь, исследуем, ждем, и я думаю, как раз должно появиться более-менее нормальное предприятие в Луганске. Первое исследование у нас завершилось, медные слиточки теперь мы можем делать. Я буду надеяться, что город подхватит, что я исследовал медные слитки и вместо угля или хотя бы железной руды медный слиток тут поставит. Заодно и проверим. Так, смотрите, теперь сейчас идем в эту точку. Значит, мне нужно наладить, чтобы у нас было исследование. Сейчас я скажу, какое. Железные дороги, дизельный двигатель. Вот. Мне нужно вот это вот исследование. На него нужно 700 слитков железных. Для этого мне нужно будет что сделать? Вот тут вот, где у нас находятся сейчас железные слитки, провести конвейер и поставить еще один склад с железными слитками. Все, больше ничего делать не нужно. И поставить, соответственно, лабораторию, дабы это все дело исследовать. Исследование у нас завершилось, и обанкротились у нас точки, и опять появилось дерево, едите его колотить, и железо, да сколько можно, ладно, я еще подожду, ничего страшного. Смотрите, что сейчас я хочу сделать, я хочу сейчас запустить первый стоять дизелечек. Вот тут сейчас я поставлю именно этот депошечку, в депо мы зайдем и купим дизель, я хочу на вот этот вот ветку, которая у нас дальняя, дабы он как можно быстрее преодолевал участок и привозил плиты. Потом откалибрую, сколько нужно плит в месяц, дабы выходила максимальная прибыль, и тогда уже, соответственно, будем наблюдать дальше за ситуацией. Мне нужно будет еще поставить одну лабораторию, там нужно будет исследовать еще кое-что. Так, давайте сначала здесь разберемся. Запуск дизеля отменяется, к сожалению. Ну, депошка пускай остается, как оказалось, нужно для дизелей совсем другое депо. Оно исследуется за камни. Камней у меня, к сожалению, нет. Да, правильно, что я понимаю, производитель, вот, обработка камня. Где я тебя находил? Железные дороги, вот, нужен камень.
Давайте, значит, сделаем так. Сейчас посмотрим, где у нас поблизости есть камень. Регион, ресурс, вот камень. Есть здесь. Где еще есть поблизости камень, скажи мне. Здесь есть песок. А здесь? И здесь есть песок. Значит, внизу есть камень. Ну, купим тогда, ладно. Ради исследования выкупим тогда целый регион. Хотя это мне и не выгодно, но придется все-таки купить. Теперь, смотрите, следующее. Мне теперь нужно провести еще одно исследование, которое у нас связано с бабочками. Если я не ошибаюсь, это склады. Да, вот склады 700. Значит, сейчас мы, смотрите, ставим вот тут вот исследовательскую лабораторию. Исследуем данные склады. И копим, наверное, скорее всего, на этот, как его, на новый регион, дабы купить и опять же провести исследование. Завершилось исследование, короче, уперся я в ресурсы, мне нужен камень, мне нужен песок, кстати, насчет песка, я тут посмотрю, вокруг меня три биома с песком, то есть, по сути, если у меня здесь в городе выскочит предприятие, дабы сбывать песок, нужно его, короче, выкупать биом и, соответственно, продавать. Давайте, наверное, сейчас сделаем следующее. Включаем режим ждуна, накапливаем максимальное количество денег, но если при условии вот тут вот выскочить нормальное предприятие, там, допустим, выплавка стали или, допустим, железные слитки или еще что-нибудь, то мы приостанавливаемся, настраиваем производство, дабы сбывать данный товар здесь. И потом копим дальше деньги. Камень нужен по-любому, так что биом придется выкупать. Это 300 миллионов, нужно подождать. Посмотрим, за сколько я накоплю эти денежные средства. Миллионов мы накопили, но дерево, месторождение выработано на 50%. Да камон, город, неужели ты настолько много жрешь? Я не понимаю, если б я птиц еще содержал, тут бы уже источника не было. Кстати, я хочу сделать вот такие вот локомотивы с двумя головами, с одной и с другой стороны. Это вы написали мне в комментариях, я такое попробовал, а чего бы и нет. Поставим еще вот здесь вот депо, а насчет дерева. Давайте подстрахуемся на всякий пожарный. Я, значит, выкупаю этот биом, еще я сейчас не буду нажимать, то он будет долго там именно исследоваться. Потом, после этого возвращаюсь, вот тут вот ставлю депошечку, делаю, наверное, все паровозы двухголовые. И будем доставлять именно поставочку в город, дабы у нас было побольше денег. Кстати, заметьте, вот посмотрите, уголечек-то по 20 тысяч нам предлагает продавать. 20 тысяч. А если смотреть на деревянную бабочку, 25. Хорошая такая цена, очень хорошая. Но мне не нужен уголь, давай хотя бы песок. Я согласен песок тебе попродавать некоторое время, у меня тут куча песка. Так, все, давайте выкупаем регион, ставим здесь депошечку. Все, значит, переоборудуем на вот такие вот двухголовые, дабы не было у нас пока оборотных колец. И сейчас должна будет поставочка в город быстрее идти, и, соответственно, денежки быстрее тоже будут идти. Доход прям люто начал расти, посмотрите, по 24 миллиона начали выскакивать мы. А всего лишь навсего добавил второй локомотив, да, в хвост с другой стороны. И поезд у нас, получается, быстрее начал доставлять
грузы. Там я еще на некоторых именно маршрутах поставил ожидания, и, соответственно, смотрите, что мы добились. Мы добились супер максимальной прибыли. Когда, получается, на отличном ты постоянно держишь, там какая-то идет иногда надбавка. Не помню, раз сколько. Может, раз в 20 дней. То есть я железную плиту продавал за 50 тысяч одно время, целый месяц. Я офигел. Там 13 тысяч с чем-то была надбавочка. То есть она стоит 35 тысяч, и 13 еще сверху накидывалась. Ладно, раз у нас пока 400 миллионов, давайте делаем следующее. Что я хочу? Я сейчас хочу, как и говорил, исследовать именно депо. И также, кроме депо, я хочу исследовать новые вагоны, дабы уже можно было доставлять на дизелях, соответственно, вот сюда вот этот, как его, древесину. Погнали все это делать, исследовать. Я думаю, успеем еще дизельков позапускать. Выкупили регион и плодотворненько исследование провели. Посмотрите, сколько мы вообще сделали исследований. Так, в самый верх давай. Обработка камня, вагоны, автомобильные дороги, железнодорожные дороги. 4 исследования. Теперь у нас в расположении есть новые вагоны. Теперь мы можем запускать новые именно локомотивы дизельные. Даже вот я тяжелый дизель исследовал. То есть все есть. Что мы делаем теперь дальше? Смотрите, нам нужно подстраховаться. Я не знаю, сколько вот этот вот источник еще продержится, 71к. Ну, денег мы с него выкачиваем довольно много. То есть, при содержании, получается, в тот раз, получается, исследование, мы вышли в 6 миллионов в плюс. Я аж удивился. Ничего себе, думаю, мы супер исследования проводим, и еще и плюс выходим. Сейчас идем, значит, в точку, где у нас находится именно дерево. Если потребуется выкупить песок, песок, наверное, потребуется выкупить. Как мы можем здесь сделать? Вот так и вниз пройти. А дабы вниз нормально пройти, нужно песок выкупить. Хорошо, давайте не будем спешить. Сколько ты стоишь? Это что, третий регион за серию выкуплю? 265 миллионов. Все. Давайте сейчас режим ждуна, короче, входим, копим деньги, выкупаем регион. После того, как выкупаем регион, идем, значит, настраиваем станцию там, где у нас древесина, соответственно, там ставим станцию, настраиваем все. Вот здесь вот тоже настраиваем доставочку древесины и запускаем первый дизель с новыми вагонами. Давайте накопим на все это. Выходим из режима ждуна. Все у нас произошло успешно. На счету у нас 504, уже 503, 505, 506. Короче, 500 миллионов, которые мы сейчас, соответственно, инвестируем. Смотрите, как я и говорил, сейчас выкупаем вот этот вот сектор. Потом идем ставить станцию. Вот тут вот дерево, запускаем дизель. Вот тут страхуемся. После этого мы, наверное, спустимся вот здесь в город и настроим транспорт внутренний. Он у меня, в принципе, здесь ходит, но тут маленькие машиночки. Я даже не знаю, сколько они там дают. Они не дают прибыли. Но людей там на остановках, я вижу, остается довольно много. Так что нужно будет еще модернизировать транспорт. И если дойдем, я не знаю, дойдем или не дойдем, до пассажирской именно станции. Я хочу все-таки возобновить назад пассажирское движение в Луганск потихонечку. Давайте все потихоньку будем делать, не спешить. Денег пока хватает, живем. Выкупаем район и ведем ветку с древесиной в Луганск. Thank you.
Ну что, все готово? Поехали покупать и запускать наш дизельный поезд. Так, я хочу... Нет, две головы мне не нужно. Давай М62, мощность у него вроде бы нормальная. Если что, потом переключимся на следующий. М62 с новыми вагонами, которые будут у нас лесовозы, соответственно, ты будешь привозить у нас древесину. Может не париться и сразу на 250 метров создать. Давайте, наверное, так и сделаем. Будет длинный, зато красивый. Деньги у меня на данный момент позволяют. Так, 137 метров. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Еще 256 метров. Один уберу. Ты лишний. Все, 241 метр. 100 миллионов данный у нас поезд стоит. Теперь давайте настроим его. Добавить остановочку и прокатимся на нем. Так. Смотри, ты едешь в эту точку. Здесь, значит, разгружайся по полной. Стоишь, пока не выгрузишь. Я знаю, ты до там достаешь до склада. Потом возвращайся. Смотри. Пока ты будешь один ездить. Потом, если не будешь справляться, я тебе друга подключу. Здесь, значит, берешь, загрузка, и до полного загружайся. Сохранить, да, правильно все. Поехали. Стой, как быстро стоять. Подожди. Ты куда полетел? Во, вот теперь поехали. Молодец, а сколько у тебя вместимости? Я забыл посмотреть. По 20. Ну, должен много возить. Ой, там у него подъем какой. Тут бы по-хорошему дорогу выровнять, но это все денег стоит. Поверьте, вот за вот этот видос я, наверное, уже 3 миллиарда так точно потратил. Ага, тут все отлично. И мы возвращаемся назад. А чтобы вот эту дорогу выровнять, наверное, 20 миллиардов так точно нужно подровнять, выровнять. Я, может, подровняю, ну, как-нибудь потом, в следующий раз. Слишком дорого это все обходится. Так, мне интересует, как ты загрузишься. То, что ты едешь быстро, я уже вижу, это круто. Это мне нравится. Так. Вот загрузка мне понравилась. Вот этот топчик. Там, кстати, на 75% уже исчерпалось вроде бы этот. Источник, да. Место рождения выработано на 75%. Ага. Там у него загвоздочка получается при подъеме. Да, все-таки когда вот, видишь, даже прямо, ну мы же уже тестировали, да, мы же знаем. То есть, если нужно будет улучшить доставочку, придется все-таки равнять везде все, хотя бы в один ровень. Да. Все, спускайся и потихонечку должна у тебя происходить разгрузочка. Так, ты до склада вот этого вроде бы достаешь. Да, все, отлично, работает. Так, смотрите, давайте вот здесь сейчас автобусы новые поставим. Да сколько можно уголь, дерево, железо? Может, какой-нибудь слиток дашь? Сколько стоит? 3-400 миллионов, потом, наверное, выкуп. Сейчас настраиваем автобусы, дабы здесь было нормально, был на этот... покрытие не 97, а 126. И посмотрим уже, что мы будем делать с пассажирочкой. Автобусное движение внутри города настроили. Теперь у нас покрытие 126 и 126, и к нам прилетел бонус. Неужели дождался? Посмотрите, вот они, продвинутые каркасы за 60 тысяч. Представьте, если с надбавочкой, это может быть и 70, и 80 тысяч, если там по 20 тысяч плюс будет надбавочка. Крутяк, очень круто. Нужно будет обязательно сберегти
вот это вот предприятие и как можно больше с него начать выкачивать денег. Как раз у нас достает логистика, все прекрасно. Один только минус, получается 4 предприятия, 1, 2, 3, 4, они все на дереве. То есть город жрет нереальное количество дерева, и нам придется именно биомы с деревом искать еще. Я не знаю, сколько тот биом, правда, проживет, вот видишь. Потихонечку живет, но пускай живет, как подстраховочка, тот еще ездит. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну а в следующей серии мы уже займемся вот этими вот кармкасами. Их придется еще исследовать, настроить производство и доставить в город. Если есть какие-то предложения, пиши в комментариях, я прочитаю. В следующей серии увидимся. Пока!